Да ладно, он выжил после такого. Вылетел Гаррис Мод. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёк, Васаби, Скромник, Серега, Гуф, Рома, Кукас, пацанчики, поздравайтесь. Привет. Всем привет, омлет. Здорово. Вы поставили очень много лайков, и поэтому у нас сегодня война против сиреноголовых и разных монстров. Поэтому, если опять тягушки, приятного аппетита, а мы начинаем эпическую битву. Погнали. Убиваются пацаны, надо просто четко попадать. Пошла мощь, надо просто оружие мощнее. Пацаны, стойте, тихо. Стоп, огонь. Давайте, можно брать мощные пушки, потому что пулеметами их не убьет. Это очень мощные монстры. Блин, но они не наступают. Хорошо. Мы сейчас немножко удалим, поставим поближе те, которые будут на нас наступать. Ой, ребята, сейчас я не завидую. Сейчас будет такое мясилово. Они идут. Так, тут пулеметы у нас стоят, нет? О, вот, за пулеметик давайте сядем. Полетели. А где они? Перезаряжаемся. Я их не вижу. Они просто ходят там. Они мочат друг друга. А, они дерутся. Ох ты. Пришел, пацаны. Да ладно, пришел на нашу базу все-таки. Помогите. Вот это жесть. Блин, да странно, что они не мочатся. Мы в тех сериях их кидали по ним бомбы и стреляли, они умирали. Сейчас, пацаны, мы их уничтожим. Не переживайте. А, я подозвал артиллерию, пацаны. Артиллерия летит, помощь летит. Ожидайте. Толзитесь красиво, подозвал. Подзываем еще. Самолет скинул парочку бомб. У нас сегодня же война. Сейчас, короче, я буду ставить, ребята, досмотрите ролик обязательно до конца. Гигантские. Это будут просто гигантские, здоровенные, как эти взрывы. Серега, красиво? Очень. Они не умирают. Хорошо, давайте поможем им. Так, сюда никто не идет там. Ребята, то, что вы любите. Все, самолет скинул, пролетел. Эй, тварь! Отвали, Серега, помоги! Да отвали! Ой-ой-ой! Пацаны, помогите! Они сзади меня! Офигеть, я здесь устроил вакханалию. Все-таки они за мной бегают. Пацаны, давайте, я мишень. Гоняй их за собой. У меня жопа. Гони. Так, а вы будете что-то делать? Может их с танков гасить? Помните, мы их танками гасили? Вы там вот тут устроили, вообще жесть. Да отвалите, только меня не убейте. А, гасите, гасите. Вот это пацаны открыли огонь, только не по мне же. Пацаны молодцы. Вот это прыжочек был. Пацаны их сняли. Да ладно, да молодцы. Зачистка. Пролетел еще раз самолет. Скинул парочку бомб. Ой, красиво. Это очень красиво, да, бомбы? Трассирующие такие, осколочные. Пацаны, ну что, как и обещал, что будет, сейчас будут очень мощные монстры. Надеюсь, они влезут на эту карту. Я подальше его поставлю. Вы готовы? Да. Серега, надеюсь, он влезет. Ух. Давайте, мочите. Может, танки поставить из танков еще? Так. Я беру танк. Потому что танк против них очень сильно действенная штука. Побольше.
промахнулся. Надо, наверное, вниз стрелять. А, не, попадают. Еще разок навесиком. Я не попадаю или попадаю? Попадаю. А сколько жизни? Давайте в ноги постреляем. Ой-ой-ой, красивый монстр. И такой резвый был. Сейчас мы его убьем, пацаны. Офигенно, смотрите, как пули от него рикошетят. Офигеть, битву мы устроили. Ребята, кто хочет с нами записать? Заходите на ссылку в нашем описании. Любой может с нами записать. Не хочет. Артиллерия. Летит, короче, самолет, бомбы сбрасывает. Ой, я монстра нафигачил вместо бомб. Давайте еще одного поставим, только другого монстра. Чтоб их двое было. Ого, красиво, Серега. Сейчас нифига ему, да? Так, один там вроде челик. Вот еще у нас вот такой вот есть. Ой-ой-ой. Что за самолет, Серега, это ты? Нифига себе громко. А вот летит самолет. И что будет? Бомбу сбросили, смотрите. Офигеть, оно горит. Еще один пришел. Ой, я скончался. Они дерутся между... Серега, пришел монстр, который сожрал нашего монстра. Офигеть. Думаю, надо посильнее оружие. Серега, согласись, что этот монстр даже небо какое-то сделал темно. Так что, ребята, кто хочет обзор на новых монстров Хендерсона, 3000 лайков, и мы запишем. Просто обзор на всех монстров Хендерсона, которые вышли вот недавно. А их вышло очень много. Их даже не так, как они вышли, их обновили. Серега, что там ты затеял? Давай, короче, может, надо этот... пушки мощные. Еще есть мощные пушки? Вот, я взял. О, ребята, мы сейчас запустим в его сторону ракету. У нас есть боеголовка с горючим. Сейчас мы скинем. Сейчас. Где же эта бомба у нас? Вот здесь вот, вот она. Мы ее запускаем, наклоняем. Пусть она разгорится. Я сейчас прогорит топливо, и будет эпик, ребята. Делаем ее ниже чуть-чуть. Все. Запустил ракету, пацаны, смотрите, красиво летит. Эпик кадры. Офигеть! Нифига себе оно жахнуло! Давайте что-нибудь поярче, но мы все останемся живы. Ребята, 3, 2, 1. Это трэш просто. Это заслуживает лайка. А чё не умирает? Сейчас. Еще заказал? Самолетную поддержку. Самолетный вояка. Где они летят? Прям слышу, над нами. Ой, красиво. Блин, офигенный самолет. Надо будет против зомби их записать. Серега, как ты думаешь, сколько у него жизни? Офигенно. Так, сейчас мы, короче, скинем на него бомбы, но они слабые. Эти бомбочки реально слабые. Это я так всегда говорю, Серега, когда бомбы не слабые. Сейчас, где же эти бомбочки у нас? Вот они. Много не буду сбрасывать, буду по чуть-чуть. Ну что, ребята, погнали. 3, 2, 1. Ого, трассирующие такие мощные. Нифига. Ого, что они возле нас взрываются? Ого, летит бомба. Ого, что она тут упала? А что они падают тут? Так они разлетаются. Да? Ё-моё, извините, пацаны. Они не сильно, да, мощные? Ну да, не сильно мощные. Откинуло на 100 километров. Хорошо. Серега, у нас есть бомбы напалмовые. Давай его сжечь.
Ну что, ребята, пошел. Женя. Мы его сегодня по-любому завалим, потому что это не мы, Серега, если мы не убьем его. Че, он горит там, не? Он может от нас сваливает, он боится нас. Ого, че у нас взрывается? Серега, это ты что-то сбрасываешь? Да, это я кидаю. Нифига себе! Это, нам надо скачать какое-то мега-оружие. Так, хорошо. Нифига себе, оно гасит! Ребята, 3, 2, 1, 0. Да ладно, он выжил после такого. Вылетел горизмот. Серега, короче, будет взрывать сейчас этого челика. Царь бомба. Это самое мощное, что может быть. Давай, Сережечка, мы на тебя надеемся, что мы его все-таки взорвем. В ожидании. Так. Сюда куда-нибудь воткну и... Да, вот так вот. Чтоб разорвало его на куски. Все. Ой, красиво! Да ладно, он живой. Если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моей ролики еще.